Еще одну государственную награду получил наш земляк, участник спецоперации в Афганистане Владимир Кофт. Он накануне президент России Владимир Путин в торжественной обстановке вручил ему звезду Героя России. Владимир Кофт в составе группы захватил переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер». Операция проходила в 1987 году. Тем самым группе удалось сохранить жизни многих наших летчиков, солдат и офицеров. Владимир Кофт родился во Владикавказе, окончил 8 классов 35-й городской школы и поступил в Орджоникидзевский техникум железнодорожного транспорта.